В Мангистауской области бизнесмены активно участвуют в программе «Туган-Жер». Лидером по реализации проектов стал Мангистауский район. Там силами и на средства предпринимателей уже строят множество объектов. Спортивные комплексы, медицинские центры, а аулы благоустраивают и озеленяют. С подробностями Ольга Золотых. Осталось всего несколько месяцев, и этот спортивный комплекс в селе Щитпе Мангистауского района сдадут в эксплуатацию. Взрослые дети получат возможность заниматься волейболом, баскетболом, плаванием, боксом и казакша-курес. Такой подарок своей малой родине сделал предприниматель Сунгат Муналбаев. И это не единственный меценат, решивший поддержать родное село. В Мангистауском районе планируют построить еще 6 спортивных комплексов, все за счет местных бизнесменов. Несколько бизнесменов еще в 3 селах Мангистауского района строят частные детские сады, спортивные залы, медцентры. Это те, кто родились в этом районе, те, кто хочет сделать подарок своим односельчанам. Этот ипподром станет первым в районе, а деньги на его строительство выделил предприниматель из села Щитпе. На средства другого бизнесмена в этом же селе уже построен медицинский центр. Раньше для того, чтобы качественно пролечить зубы, мы вынуждены были ездить в Актау. Теперь своевременную помощь мы можем получить здесь, в своем селе. Конечно, мы благодарны бизнесмену за такую возможность. Один из бывших учеников этой средней школы проложил аллею, другой благоустроил двор, установил скамейки и освещение. В районе силами жителей высажены сотни деревьев. Нынешние школьники видят то, что делают наши бывшие выпускники, хотят продолжить начатое. Я думаю, это станет хорошей традицией и послужит воспитанию патриотизма и любви к родному краю. В местном акимате сейчас рассматривают еще несколько проектов по благоустройству села. В их реализации также готовы поучаствовать добровольцы. Ольга Золотых, Ринат Дусалиев. Итоги дня. Мангистауская область.